So let's take a look briefly at these seven key points in what I'd like to call a 90-day support plan or strategy. И сейчас давайте посмотрим на эти семь ключевых моментов, которые я подготовил для вас, и на мой 90-дневный план поддержки или стратегию поддержки, если хотите, назовем ее так. Now, keeping in mind the limitations on our time, I'll spend a little bit more, go deeper in some of them. И с учетом того, что наше время немножко ограничено, о некоторых я поговорю подробнее, а о некоторых короче. Thank you, Natalia. You're welcome. So these are, I want you to also know that I've compiled this list of seven key points in my own research and along with my colleagues, instructors all over the world. И хочу только отметить, что я сам составил этот список из семи ключевых моментов, опираясь и на собственный опыт, и на ту работу с инструкторами по методу Сильва, которые занимаются по всему миру. And be prepared. Some of them are very simple. И, кстати, будьте готовы, некоторые из этих моментов очень просты. And one thing I always learned from Jose Silva, it's usually the simple principles that give us our greatest value. И я помню, как Хосе Сильва говорил, чаще всего самые простые методы дают нам самый большой результат. I remind you that the Silva method or any personal development program is not a quick fix. И хочу вам напомнить, что метод Сильва или любая другая программа личного развития – это не какое-то быстродействующее лекарство. Personally, if there was a shortcut, I would be the first online, and I'd be willing to pay anything for it. И если бы был какой-то способ срезать угол и сократить работу и усилия, я первый бы пошел этим путем. And I would advise you that if you listen to any thought leader who suggests they have the magic bullet or the shortcut or the quick fix, I would run the other direction. И я рекомендую всем, если когда-то вам встретится какой-то, так сказать, лидер мысли, который говорит, что у него есть волшебная пуля, есть волшебное средство, раз и подействовало, я бы бежала от него в обратном направлении. I've seen so many come and go, and here we are, the Silver Method, going into our 50th year, because we are honestly telling people, you're going to need to work with this. You're going to need to apply it. You're going to need to take some action and do something. Я видел, как появляются и исчезают многие программы. Метод Сильва работает уже 50 лет, и мне кажется, что мы так долго пользуемся популярностью, потому что мы честно и открыто говорим людям, придется поработать, придется потрудиться, придется применять эти методы, придется действовать. So please excuse me, I don't mean to be so serious. Поэтому, пожалуйста, извините, я не хотел быть таким серьезным. So number one. Итак, первый пункт. Whatever it is you're studying, the new knowledge you're gaining, the new techniques. Что бы вы ни изучали, возможно, это какое-то новое знание, новая техника. Begin to apply it. Begin to get your feet wet, so to speak. Begin to use it. Начинайте сразу же это применять, пользуйтесь, пробуйте на практике. Think of it like a game. You're playing a game. Представьте себе, что вы играете в игру. And sometimes you win. Когда-то вы выиграете. And sometimes you don't do as well. А когда-то получится не так хорошо. You have to begin somewhere. Надо же с чего-то начинать. So in the Silver Life and Intuition System, you have a huge amount of tools and techniques. И поэтому вот в базовом курсе по методу Сильва и по развитию интуиции есть огромное количество инструментов и техник. Begin to look at them and prioritize. What are the three most important areas in your life that you want to improve? И поэтому посмотрите еще раз на эти техники и инструменты, потом посмотрите на свою жизнь, спросите себя, какие три самые главные области в жизни я хотел бы улучшить.
Perhaps it's a relationship with a dear friend. А может быть, это отношение с каким-то другом. Or your spouse. Или с супругом. Coworker. Или с коллегами. Or perhaps business hasn't been so good and you want to increase your business. А может быть, были какие-то проблемы в бизнесе, дела шли плохо, и вы хотите, чтобы бизнес снова набрал обороты. Or about your health and well-being, your energy levels. А как насчет здоровья и энергии? How about just your attitude overall about life and about the things you do? А как насчет вашего общего самоощущения в жизни и того, что вы чувствуете по поводу вашего главного занятия в жизни, вашей работы? Perhaps you're an athlete or a student. Perhaps what? Sorry. You're an athlete or a student. Может быть, вы спортсмен или студент. The point is, what are the pick three areas that Самое главное, выберите три области. And begin to apply the techniques like mirror of the mind, three fingers technique. И начните применять технику, например, технику трех пальцев. And begin или зеркало разума. Write down any progress you make. И обязательно записывайте все ваши достижения и улучшения на этом пути. Now before we leave the webinar, remember I'm going to teach you, and we're actually going to guide you in a dynamic meditation, this process that will pull all this together for you. И, пожалуйста, помните, сегодня еще до того, как мы закончим этот вебинар, я научу вас это делать, я проведу для вас медитацию, которая все расставит на свои места. A quick example. Быстрый пример. When I first started, I was a student at Boston University. Когда я только начинал, я был студентом в Бостонском университете. And I was failing. You were failing. Плохо учился. Да. I began to apply the three fingers learning strategy. Я стал применять на практике технику трех пальцев для обучения. And I graduated with the highest honors. И я получил диплом с отличием и самые лучшие оценки. And I was also teaching Silver Method full-time in the Boston area. И кроме того, я еще фактически на полную занятость преподавал метод Сильва в области Бостона. It's how I met my wife Barbara. Так я познакомился со своей женой Барбарой. We've been together since 1972. Мы с ней вместе уже с 72 года. Because she saw the changes in me. Она увидела, что перемены во мне. And that encouraged and inspired her. Ее увлекают и вдохновляют. Which will lead us to some of the other points later. И я еще вернусь к этому, когда мы будем говорить о других моментах позднее. So the second thing I want you to write down is review your manual, review your favorite books, listen to some of your CD programs or your, you know, your recordings. Второй совет. Пролистывайте заново учебник, перечитывайте ваши любимые книги, еще раз перечитывайте ваши записи или какие-то, возможно, компакт-диски, которые у вас есть. The point that I make in the Mastery Seminar, and we build and expand on. Я говорю об этом на нашем семинаре по мастерству в методе Сильва, и мы говорим об этом подробно. It's a very important point because it's a dangerous thing that too often people get caught up in. Это очень важный момент, потому что это опасно и очень часто это происходит. They say, "Oh, I know this already." Люди говорят, о, это все, я уже знаю. Oh, I've listened to the CDs. Слышал я эти диски. I've been to all these seminars. Я был на всех этих семинарах. And they keep looking for something new, something, I don't know, different. Ищу что-нибудь новенькое, что вот действительно позволит изменить ситуацию. And by the way, it's natural that we do that because it's how our brain is wired. И на самом деле это очень естественно. Просто наш мозг создан таким образом. We get excited with novelty.
потому что что-то новенькое нас всегда привлекает и заинтересовывает. We get enthused about the promise of something new and different and better. И это вызывает у нас энтузиазм, мы чувствуем, о, что-то новенькое, вот сейчас-то, вот наконец все станет гораздо лучше. And please, with due respect, so much of this are age-old principles expressed in different ways. Но, по большому счету, все это одни и те же древние принципы, которые просто изложены немножечко по-разному. So, it's essential that we integrate what we know. Поэтому крайне важно интегрировать и встроить в свою жизнь то, что мы уже знаем. In such a way that we live the principles and actually enjoy the benefits. Именно таким образом, чтобы мы жили по этим принципам и наконец-то смогли пожать плоды. And that takes time and repetition through review. А для этого необходимо время и постоянное повторение. А для повторения нужно перечитывать и снова просматривать материалы. Some of us have 10, 20, 40, or maybe 50 years of patterns that have been created in the brain. У некоторых из нас есть модели поведения, которые существуют в жизни, может быть, 10, 20, 40, 50 лет. So yes, we now know that we, in essence, need to retrain our brain. А теперь мы знаем, что, по сути дела, мы должны переобучить свой мозг. We need to create new, more positive neural patterns in the brain. И нам необходимо создать новые, более позитивные нейросвязки в мозгу. And with repetition and reinforcement, it then becomes permanent. И тогда, если мы все время будем повторять это, мы будем действовать по-новому и укреплять то новое, что мы создаем, именно тогда эти перемены станут постоянными. And then it becomes a positive habit. И станут положительными привычками. And again, that takes time. Опять же, на это нужно время. So initially, just like I used to find, we almost feel like we have to force ourselves to use the techniques in the beginning. И поэтому, на самом деле, я сам проходил этот путь. У меня было точно так же. Иногда нам вначале нужно прям-таки заставлять себя практиковать эти техники. And once it becomes a habit, the... А потом, когда это превратится в привычку... And that also would include the third point, reading. Я, кстати, хотел бы сейчас назвать третий совет. Это чтение. I hope you're okay. I'll use myself as an example again. Я надеюсь, вы не будете против, если я еще раз приведу себя в качестве примера. Because I have permission to talk about myself. Вы разрешаете мне поговорить немножечко о себе? Разрешаем. Yes, you have permission. Thank you. Спасибо. I have to work on my Russian. I do know some, but I have to review, by the way. Ой, надо, конечно, мне еще заниматься русским. Я кое-что понимаю, но не столько, сколько хотелось бы. Repetition can. No, repetition. I have about 10 languages in my head, by the way. Я, кстати, говорю на 10 языках. I was just in Turkey, having fun working with that language. Я вот только недавно приехал из Турции и там общался на турецком. So here's the point. Итак, к тому моменту, который я хотел акцентировать. I have found that if I'm feeling discouraged because things are not going the way I'd like them to go. У меня бывали ситуации, когда опускались руки, потому что все шло не так, как хотелось. Some people say it might be fear of failure. Некоторые говорили, ой, да, просто неудача. I've come to learn and agree. И так получилось, что я и сам этому научился, я стал соглашаться. And it's usually more so lack of sustained motivation. И на самом деле здесь гораздо больше дело в нехватке постоянной мотивации. Not being consciously connected to why I'm even making this effort.
мы часто просто забываем, а почему я в принципе этим занимаюсь, почему я прилагаю усилия. So I'll pick up a book. Возьмем книгу. That inspires me. Например, какую-то книгу, которая меня вдохновляет. I find as I read through some of the pages, it gets me thinking. Я замечаю, например, что я начинаю ее читать, и через несколько страниц мне приходят в голову мысли. And I get ideas. Идеи. I'm reminded about what I know. И я вспоминаю то, что на самом деле уже знаю. How about you? А как у вас? Бывает такое? Have you had the same or similar experience? Скажите, происходило с вами что-то похожее? Again, it's not what you know that will make the difference in your life. Повторюсь, результат даст не то, что вы знаете. Meaning, it's not the information, it's not what you've read, it's not what you've learned that will make the difference. Дело не в информации, дело не в том, что вы узнали или что прочли. It's what you do with it. Здесь дело в том, а что вы с этим делаете? So yes, the review, the reading helps to give us more insight, deeper understanding. Поэтому, перечитывая и заново проходя уже известный материал, мы понимаем и осмысливаем его по-новому. So I would recommend, if you have yet to attend the Silva training, please do. Поэтому рекомендую всем, кто еще не был на тренинге по методу Сильва, приходите. You have some outstanding instructors and the Baltic states, in Ukraine, in Moscow, all throughout Russia, Kazakhstan. У вас есть совершенно замечательные инструктора по методу в странах Прибалтики, в Москве, на Украине, в Казахстане. I know these people. I've worked with them and helped to train and certify them. You have very good people there. Я знаю этих людей лично. Я с ними работал, я участвовал в их сертификации. И они отличные специалисты. And if you're already a graduate, make sure you come back and review and refresh yourself and help to make it permanent. А затем, если вы почувствуете, что вы готовы, вы можете еще раз прийти на курс, чтобы закрепить те знания, которые вы получили, чтобы они стали постоянными и частью вашей жизни. The fourth point is a very short point. Четвертый совет на самом деле очень короткий. Social media. Sorry? Social media. Things like Facebook, соцсети. LinkedIn. Такие they're... как Facebook. Well, meaning these are ways that we can engage in our community to keep reminding what we do. Это очень хороший способ для нас участвовать в жизни сообщества и не терять людей из вида, общаться с теми, с кем мы работаем. Many of us, like myself, Ирина, and others, have very nice pages in many of these formats to help keep us reminded of our mission, of our work. Например, у Ирины, у меня, у многих из нас есть, как мне кажется, очень хорошие и приятные страницы, которые напоминают о нашей миссии, о той работе, которую мы ведем. Which leads me to the fifth point that I think is the most important of the seven. И это подводит нас к следующему, к пятому совету. Мне кажется, что это один из самых важных, возможно, самый важный. This one really sums it all up. Он суммирует все, что я сказала до этого времени. And you've probably heard many people say something to this effect. Может быть, вы слышали, как кто-то уже что-то об этом говорил. That you become just like the people you spend most of your time with. Вы становитесь очень похожим и подобным тем, с кем вы проводите большую часть времени. Professionally, it's called modeling. Например, в профессиональном плане это еще называется моделированием. In neuroscience, there's research about what they call mirror neurons. В частности, в нейробиологии это называется зеркальными нейронами. Literally, a brain-to-brain connection. Фактически, соединение между людьми типа мозг-мозг. That especially happens when you're live, actually in the physical presence with each other in a group or one-on-one.
То есть это происходит, когда люди находятся в присутствии друг друга в группе или один на один. When you sit with a spiritual leader. Если вы, например, сидите вместе с каким-то духовным лидером. When you sit or engage with a great teacher. Если вы встречаетесь и разговариваете с учителем с большой буквы. When you carry on a discussion with a business leader whom you admire. Или вы ведете разговор с каким-то деловым человеком, который вас восхищает. Or maybe you're working with your coach. Или, может быть, вы работаете с вашим наставником. Or your Silva Method instructor. Или с вашим инструктором по методу Сильва. When we are in each other's presence physically, когда мы физически находимся друг рядом с другом, there is a transference of the energy. Мы обмениваемся энергией, она переходит от одного к другому. And science is actually now looking at that, of what's actually happening. И получается, что мы фактически участвуем в том, что происходит. I find it very exciting. Мне кажется, что это очень интересно. Кент, через интернет не работает это? Кент, does it work over the internet? That I'm not sure. I hope so. Я надеюсь, что работает, но вот не стопроцентно уверен. Я вот тоже надеюсь все-таки. I also hope so. But better with video. Yeah. Ну, лучше, конечно, если это какая-то связь с видео. Where we can see each other. Well, at least you can see me, you can see Irina. Например, когда вы видите меня, когда вы видите Ирину. I don't know research that's been able to really document this. Но я пока не знаю ни о каких исследованиях, которые бы это все документально подтвердили. I do believe, though, that it can only help. Хотя я верю, что это только поможет. What I'll clarify is, there are things that we can do when we're physically with people as far as practicing and the engagement. Но в любом случае, когда мы физически находимся с людьми, мы можем практиковать вместе, мы можем обмениваться тем, что у нас есть. In Silva, especially in day 3 and 4 of what we call intuition system. Это особенно важно, например, на методе Сильва, день 3 и 4 посвящены работе с интуицией. When we play games with exercises of our intuition. И мы играем в разные игры, которые помогают нам развить интуицию. If you read Dr. David Hawkins, если вы почитаете о Дэвиде Хокинсе, Power versus Force. Is that the name of the book? Yes. Yes, Power versus Force. Can you say it again? Power versus Force. Сила против грубой силы, против насилия. У нас даже где-то она переведена. Ну, да. Я сейчас посмотрю. Okay. We'll find the Russian title of the book. Please excuse me, let's keep it simple. Mm-hmm. It's just been observed that when we're with each other physically, something very different happens that doesn't happen on the telephone, or even on a video screen. Просто там речь идет о том, что когда мы физически находимся и видим друг друга, происходит нечто особенное, чего нет, если мы общаемся по телефону или даже если мы видим друг друга в видеочате. These are all tools that we use. И это все то, что мы используем. I think all of it's important, and all of it will contribute overall to our health, our well-being. And what we're doing here today, Irina, you taking this time is so supportive to keep people inspired and encouraged. И мне кажется, что вот это очень важная работа, это то, чем мы занимаемся. И Ирина, фактически сегодня вы организовали этот семинар. Мне кажется, что это отличный способ поддержать людей, поддержать в них огонек веры и помочь им сохранить увлеченность и заинтересованность. Спасибо. Кен, книга называется «Сила против насилия». The important thing to consider is... Здесь важно учитывать вот что. If we spend all of our time with people who make fun of us,
Если мы будем проводить много времени с теми, кто над нами смеется и потешается, Don't encourage our work. Или с теми, кто поощряет нас в нашей работе. Because of the way our brain works. И тут все дело в том, как устроен наш мозг. We have a need to feel accepted. Нам совершенно необходимо, чтобы нас принимали, чтобы мы могли это почувствовать. So some people pray to give into this and not use to not their suffering. Sorry? Some people make the mistake of giving in to the ridicule and they forget what they know so that they gain the acceptance of other people. И бывает, что мы совершаем такую ошибку. Мы соглашаемся с этими насмешками, мы делаем все, чтобы вот эти люди, которые над нами смеются, нас приняли, чтобы мы им понравились. И мы забываем то, что мы знаем. Yes? So, it's important that we make sure that we have as much time as possible with people who will encourage us, who will support us, who will say, yes, go for it. И поэтому очень важно, чтобы мы как можно больше времени проводили с людьми, которые поощряют нас, которые всегда готовы поддержать, которые говорят, да, давай, пробуй, у тебя получится, делай это. Which leads into number six, the key point number six. И это подводит нас к шестому совету. In English, I call it the body system. По-английски я называю это система тела. Нет, Анатолий, тут не система тела, а бадди, это знаешь, как друг. Вот когда погружаются, тебе нужно обязательно, чтобы с тобой кто-то рядом был. Это подотчетный партнер по подотчетности, да, ППП его иногда называют. Хорошо. Or actually we call it having an accountability partner. Партнер по подотчетности. Да, партнер по подотчетности. Ага. Of like mind, who we can talk to periodically to encourage each other. Фактически, это наш единомышленник, с которым мы можем время от времени общаться и вдохновлять друг друга. So when we're working with a partner like that, если мы работаем с таким партнером, and maybe we have a weekly Skype call. Может быть, например, каждую неделю мы звоним друг другу по Скайпу. It's interesting, but it almost forces us to make sure that we do something so we can have something to talk about. И с какой-то точки зрения это нас даже подталкивает к действиям, потому что через неделю мы же будем говорить, о чем я расскажу, если я ничего не делал. I see this happening in my seminars all the time. Я это наблюдаю на своих семинарах все время. People make friendships and connections. Люди начинают дружить друг с другом. They go out for coffee together. Они идут вместе пить кофе. Together, call, encourage each other. Они обмениваются звонками, они поддерживают друг друга, вдохновляют. Very important. И это очень важно. Yes. One more point. Yeah. И последний совет. And then let's leave time. I want to explain the meditation. А потом я расскажу буквально несколько слов о медитации. And this one is just very direct and simple. И это на самом деле очень простой и прямой совет. It's very helpful to have a coach. Это очень полезно, если у вас есть наставник. A mentor. Или ментор. A good friend we admire. Или хороший друг, которым вы восхищаетесь. Somebody who knows already how to do what we'd like to learn to do. Кто-то, кто уже умеет делать то, чему вы хотите научиться. And maybe we can take them to lunch. Может быть, мы можем пригласить такого человека пообедать вместе. If it's a coach, maybe we hire them to work with us. А может быть, если это наш наставник, мы можем пригласить его, попросить его поработать с нами. Again, we learn by example. We learn. Опять же, мы учимся на конкретных примерах друг у друга. We learn by watching other people do what we'd like to learn to do. People who do it with excellence. Мы учимся у тех,
кто делает что-то желаемое очень хорошо. Мы фактически на их примере учимся.